Всем привет, это очередной обзор на моем канале. Сегодня у нас такой телефон, обычный телефон Explorer Overbank. Поддерживает две сим-карты. Так, перевернем. Эко-коробочка такая. Потом поддерживает microSD до 32 гигабайт, 2100 миллиампер. Довольно много. Потом камера 1,3 мегапикселей, диагональ 2,4 дюйма. Ну, довольно много для обычного телефона. Разрешение 320 на 240 пикс. Да, это много. Эмулятор, ну, я уже говорил. Итак, есть радиоприемник, есть фонарь у него, есть у него... ну, две активные сим-карты, потом разъем 3,5 миллиметра. Сейчас, подожди, распакуем телефон. Распаковали телефон, вот он сам. Такой большой и обычный телефон. В руке довольно плотно сидит. Камера 1,3 мегапикселя, уже говорил, вот он динамик. Здесь крышка открывается, потом откроем, посмотрим, что находится внизу. Такой джойстик. Принять, сбросить. Ну, нажимается довольно как-то хрустляво, мне не очень нравится так, но кому-то может понравиться. Вот такой телефон. Сейчас посмотрим, что еще. Еще в коробке мы видим, у нас вложены опять гарнитура эксплеевская. Самая простенькая. Потом вот такой USB-шнур. Адаптера не было. Да, USB-шнур. Ну, вообще, может, он даже удобный положить с собой в карман и доставать в каких-то случаях. Но все равно он очень маленький. Дальше мы видим у нас в телефоне. Это карточка эксплеевская. Потом гарантия на телефон. Гарантийный талон. И что у нас здесь еще? И вот такая брошюрка от X-Play. Ну вот мы закончили с самой коробкой. Сейчас откидываем ее. И вот он, наш телефон. Сейчас откроем заднюю крышку. Вот что находится под крышкой этого телефона. Это аккумулятор на 2100 миллиампер в час. И вот он телефон. Сюда у нас суется две сим-карты. Так, кстати, расскажу, что здесь содержится по краям. Тут 3,5 миллиметров разъем. Здесь у нас USB-вход. Разъем. Больше по краям у нас здесь телефон ничего не содержит. Звук прибавляется в самом телефоне. На этом наш обзор этого телефона заканчивается. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх. Пока!